Рядовой Молчанов Евгений Григорьевич, уроженец города Челябинск, был призван на фронт сталинским военным комиссариатом города Ереван Армянской ССР. В сентябре 1942 года в наступательных боях по освобождению Кубани и Таманского полуострова он проявил мужество и отвагу. Огнем своей снайперской винтовки рядовой Молчанов уничтожил гитлеровцев, 7 солдат и одного офицера. По данным его наблюдений, артиллерия разбила 3 боевые точки, 2 противотанковые пушки и 2 блиндажа противника. А в боях 17 и 18 августа 1944 года в районе города Шауляй под ожесточенным огнем фашистов он установил 35 противотанковых мин и смог взорвать мост через реку Дубиса, преградив путь вражеским танкам. За эти подвиги рядовой Молчанов Евгений Григорьевич был удостоен медали «За отвагу» и ордена «Красная звезда». Сохраним подвиг народа.